профессор доктор Анюшай. Нашего помощника ректора профессора Анюшая. He is deputy director of Thailand Cyber University Project. Он также является заместителем директора проекта Кибер-университета государства Таиланда. He is also deputy director of the Faculty of Pharmaceutical at Chulalongkorn University, Thailand. Он также является заместителем директора фармакологического университета Таиланда. And may I also introduce another person? Позвольте также представить еще одного моего коллегу. He is assistant professor Dr. Chao Lert. Он является доцентом, профессор Чао Лерт. He is advisor to Thailand Cyber University. Он является советником Кибер-университета государства Таиланда. So I'm going to clap the hand to welcome him. Thank you very much. Большое вам спасибо. So today we would like to tell our Russian friends about Thailand University. Сегодня мне хотелось бы рассказать моим русским коллегам здесь в Республике Башкортостан, в России, о нашем Кибер-университете. Right now we are using video conferencing system. В данной ситуации мы работаем в формате видеоконференции. Call Google Hangout. Под названием Google Hangout. And everybody can watch it live. Сессия Google соединения. И все могут видеть, как она работает в живом режиме. On YouTube. В формате YouTube. And after we finish our discussion, и после того, как мы завершим наше обсуждение, our session, наше заседание is going to be recorded to YouTube. Будет автоматически записано в режиме YouTube. And everybody can watch it later on. И все участвующие, и все, кто посетит интернет, могут видеть запись. So very convenient system. Очень удобная система. And okay, let me introduce you Thailand Cyber University. Позвольте начать представление Кибер-университета Таиланда. I am going to open a PowerPoint slide. Сейчас я открою канал. อาจารย์ครับถ้าใครเปิดวิทยุอยู่ช่วยปิดทีครับเสียงเข้ามาดังมากครับเสียงเข้ามาเป็นภาษาไทยเลยครับขอบคุณครับอาจารย์นุชัยครับสไลด์ที่ผมส่งให้อาจารย์เปิดและแชร์สกรีนมาได้ไหมครับขอโอเคมาแล้วProfessor Chawala, can you hear me, sir? Yeah, I can. We have a lot of professor, Russian professor. У нас сегодня в аудитории очень много профессоров здесь присутствуют в рамках конференции. So they would like to know more about Thailand Cyber University. И им всем хочется узнать некоторые подробности Кибер-университета государства Таиланд. And how can we collaborate? И как мы потенциально можем совместно сотрудничать в этой сфере? Okay, so I am going to share the screen right now. Сейчас я экран сделаю побольше. Okay, can you see the screen now, sir? Professor Anuchai, Professor Cholert. Yes, it should. Yeah. See the screen. Very good. Okay,
Basically, I'm sorry I don't have Professor Chavalet photos on this screen. Жаль, что не могу предложить фото моего коллеги профессора Шавалея. Because actually he is having his holiday in Germany. Потому что он в данный момент находится на отдыхе по случаю праздника в Германии. But I called him and asked him to join. Но позвонил ему и попросил его любезно присоединиться к нашему обсуждению. And he has kindly agreed to. Он дал согласие. Okay. Thailand Cyber University. Итак, project. Теперь университет в Таиланде – это по существу электронный проект, under Ministry of Education, который осуществляется под руководством Министерства образования Таиланда. Ministry of Education divides the education system into five levels. Министерство образования условно делит сферу образования на 5 уровней. And they have office to look after each level. И каждая структура в этой многоуровневой системе имеет отдельное управление. The first one they have the office of permanent secretary. Есть так называемый офис постоянного секретаря. And then they have office of basic education commissioner. Также есть офис основного базового образовательного комитета. Okay, and then they have office of the higher education commissioner. Также есть комитет по управлению учебными заведениями высшего образования. And they have office of vocational education commission. И также есть в структуре комитет по управлению учебными заведениями профессионального уровня нашего ПТУ. Lastly, they have office of educational council. Ну и наконец есть комитет, который является выполняет функции совета. Okay, let me focus on the office of the higher education commission. Позвольте остановиться более подробно на офисе, который занимается вопросами учебных заведений высшего уровня, высшего образования. In 1996. В 1996 году. Office of higher education commission, or from now I will call OHEC. Я буду называть сокращенно этот офис OHEC. Founded this office UNINET. This office UNINET. An office called UNINET. Они образовали подкомитет под названием UNINET. They're responsible to lay IT infrastructure linking all universities in Thailand with their own fiber optic. Они создали структуру взаимодействие всех учебных заведений высшего образования и соединили их оптической связью. And then in 2005, в 2005 году OHEC launched Thailand Cyber University Project. Вот этот офис OHEC начал проект по созданию ассоциации киберуниверситет государства Таиланд. TCU or Thailand Cyber University is not a real university. По существу, он как бы не существует на самом деле. But it is a consortium of all universities in Thailand. Представляет собой консорциум, объединяющий все университеты в государстве Таиланд. So TCU provides funding, know-how and support for each university to create online education. И выполняет три функции. Координирующую роль, поддержку, финансирование, something else you mentioned, funding, support, and know-how. И know-how в сфере образования. So, with the help of UNINET and Thailand Cyber University, all universities in Thailand link together and can share educational resources in a very cost-effective way. Таким образом, университеты всего государства могут взаимодействовать друг с другом и проверять качество ресурсов, предлагаемых к обучению в высшем учебном заведении. And
Thailand Cyber University. This is their website. Вот предлагается веб-сайт киберуниверситета, он на экране. They have a lot of resources. У них очень много ресурсов. They have give the funding to many universities. Они могут дать финансирование многим университетам, которые в этом нуждаются. To develop e-learning content. Для того, чтобы университеты могли создавать электронные учебники и контенты. Under the standard guideline from TCU. И при этом соблюдать необходимые директивы и стандарты, которые рекомендует киберуниверситет. And then uploaded to this server. И потом загружают эти ресурсы на сервер. Right now there are more than 800 quality courses. Сейчас, в настоящее время, существует около 800 таких курсов. For anyone to learn for free. И для всех, кто бы хотел получить образование бесплатно. There are many subject criteria. Существует несколько критерий областей, в которых обеспечится преподавание дисциплин. For example, learning Thai language. Pardon, learning Thailand. Thai language. Language. Yes. Например, для освоения тайского языка. Learning how to cook Thai food. Другой курс, например, как научиться готовить тайскую пищу. Learning how to do Thai massage. Курс, например, как выполнять тайский массаж. Or some serious subjects, for example. Или, например, некоторые серьезные курсы, к примеру, сказать. Discrete mathematics. Дискретная математика. Engineering. Инженерное дело. So basically we have a lot of courses available for free. Фактически мы имеем очень большое обилие курсов, которые предлагаются бесплатно. In Thai and English language. Также преподавание английского языка. We also partner with international provider, for example, MIT. Мы также взаимодействуем с международными провайдерами, такими, например, как Мичиганский технологический университет. MIT or Japan OpenCourseWare Consortium. И также с открытым консорциумом Японии. And we translate their content into Thai. И мы переводим на тайский язык их контенты, которые они создают в своих государствах США и в Японии. So for Thai people who don't understand English or Yipun, then can study. Поэтому для тех, кто не понимает японский язык или американский английский, то они могут изучать на тайском языке. When we upload our content to our system, когда мы загружаем контенты в нашу систему киберуниверситета, we conform to international metadata standard. Мы придерживаемся и соблюдаем международные метастандарты в образовании. For example, this is what we call globe. Например, вот перед нами на экране глобус. Globe stands for Global Learning Object Brokerage Exchange. Globe означает требования к бакалавриату. For example, in European countries, you use the standard EUN. Например, в европейских странах используется стандарт EUN. And also ADRIAN. ADRIAN. И также ADRIAN. Basically, for Thai people to be in Thailand using Thailand Cyber University website, we can search for library in Moscow without any problem. Поэтому наши граждане, все, кто стремится к обучению, могут через киберсистему университета попасть в хранилище других государств, скажем, в Москве. And likewise, university in Ufa can also search for our content using the same standard. Подобным же образом студенты и люди, которые находятся и проживают в Уфе,
в случае, если они захотят получить какой-то ресурс, они могут обратиться к использованию этой киберсистемы. And Thailand Cyber University also have direct connection with many networks around the world. Также надо сказать, что электронная система этого киберконсорциума имеет связи с многими международными источниками. So, when you would like to search for e-learning content in Thailand or in overseas, you can come to Thailand Cyber University website and do the searching. Поэтому, когда вам у вас будет необходимость найти какой-то электронный источник, расположенный в другом государстве, вы можете обратиться за помощью к услугам киберуниверситета в Таиланде. For example, you can put in the search term science. Например, вы можете ввести термин наука. And then the system will return the result. For example, this one, introduction to open educational resources from Merlo in USA. На экране увидите вот этот источник из США. And then the learner or the teacher can have the freedom. They don't have to create e-learning content by themselves. They just know where to find the resource and then go to the resource for free. И таким образом и студент, и преподаватель могут найти необходимый источник и использовать, знать, где он находится, и использовать его в своей работе бесплатно. Right now, for Thailand Cyber University, we have two learning management systems in use. У нас в киберуниверситете имеется две системы управления. The first one we use Moodle. Использует Moodle, систему Moodle. The second one we have our own system called TCU LMS. Вторая называется TCU Thailand Cyber University LMS. MS. And we, from now on, we will use this kind of system more and more. We would like to always produce content in video format. Мы впоследствии будем все больше использовать именно вторую систему и использовать также ее в видеоформате. Because if it is in video format, we can view in all devices, small phones, tablets. Потому что в этой ситуации мы можем использовать маленькие инструменты. Notebook. Notebook. And in the near future, we're going to have wearable devices. А в ближайшем будущем будут еще более умные устройства. So imagine if the students get onto the bus, in the bus, and then watch at the learning content on the wrist, like looking at the watch. Например, студент будет ехать в автобусе, и у него будет возможность смотреть на источник, глядя на свои часы. It will make learning much more fun and interactive. И это сделает обучение очень интересным, творческим и полезным. So, удобным также. Thailand Cyber University encourage Thai universities to follow this idea. Киберуниверситет, администрация приглашает всех граждан, молодежь использовать эти благоприятные возможности. Okay. May I please now invite Professor Anuchaser? Сейчас я приглашаю профессора Анучайса. I gave them brief information on Thailand Cyber University already. Я кратко рассказал моим коллегам здесь, в Уфе, в России, передал некоторые сведения касательно киберуниверситета. Would you like to add anything else, sir? Please, we have about 10 minutes. Хотел ли бы вы, сэр, добавить к этому что-то еще? Hello. Professor Anuchai. Sorry. Ajahn Anuchai, ครับ. ได้ยินไหมครับ? ไมโครโฟนอาจารย์เสียงเบามากอา
อาจารย์ชวนได้ยินผมไหมครับ ได้ยินครับ อาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์อนุชัยและทางวินดาครับ Professor Anushai may experience some technical difficulties so may I turn to Professor Chowler who is advisor to Thailand Cyber University อาจารย์ครับขอบคุณครับขอต้องพิลาบนะพูดแล้วหยุดครับ Okay, can you say again please? I also like to add some activities of some program of TCU project, like an e-professional program, and also some training, several training program in there, if you can add in there. You got me? Okay, he talked about our flagship program. We have e-learning professional program between Thai professor and Thai teachers. How to be online professor? Он говорит об очень важной их программе, которая является очень передовой подготовки переподготовки учителей. Это программа. In Thailand, we strive to teach online, but we don't know how. So Thailand Cyber University come up with an online program called e-learning professional program. We train people in three tracks. The first one, we train them how to be online teacher. The second track, we train them how to become online boss. And the last one, how to become online course designer. В Таиланде мы тоже имеем некоторые трудности, как обучать в режиме онлайн,